Едва не изнасиловал местную жительницу. В Белгороде Днестровска мужчина напал на свою жертву в безлюдном месте недалеко от железнодорожного вокзала. Женщине повезло. Мимо проходил сотрудник полиции. Он услышал крик о помощи и тут же вызвал на место подкрепление. Спугнул, не знаю, можно ли называть насильника. Тот не успел ничего мне причинить особо плохого. Единственное, что очень сильно придушил, и остались следы на шее. Когда я подбег, они лежали тут на траве. Он лежал сзади неї, схвативши ее за горло, душил. Она благала про допомогу, кричала, что она его не знает. Оказалось, что задержанного в прошлом году освободили из тюрьмы. Он уже попадал за решетку за изнасилование. Теперь ему снова грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.